Сергей Меликов провел заседание оргкомитета по празднованию 90-летнего юбилея Фазуалиева. И по случаю дня рождения народной поэтессы запланирован целый комплекс мероприятий на ее малой родине по всему Дагестану и за его пределами. Так, в Хунзахском районе планируется установить памятник и разбить сад имени великой поэтессы. Еще один мемориальный комплекс появится в Махачкале. Министерство культуры Дагестана в течение года планирует устраивать творческие вечера, концерты в память о Фазуалиевой. Среди дагестанских школьников пройдут конкурсы чтецов и сочинений на тему произведений поэтессы. Глава региона Сергей Меликов предложил назвать ее именем школу в Хунзахе и организовать памятные флешмобы в соцсетях, в которых могла бы участвовать и молодежь. Фазу Гамзатовна – это тот человек, который не просто подарил свои замечательные произведения нам с вами, но и тот человек, который подарил классику этого жанра. И по этой классике или этой классике следуют многие другие поколения литераторов, поэтов, общественников, людей, которым неравнодушен Дагестан и которым неравнодушны те вопросы, решение которых мы продолжаем сегодня. Сергей Меликов поздравил министра информации и печати региона и представителей СМИ с профессиональным праздником – Днем российской печати. Глава республики подчеркнул, на сегодняшний день печатные издания выходят на языках 14 народов Дагестана. Также в ходе заседания Сергей Меликов назначил своим общественным помощником Людмилу Авшалумову, отметив ее заслуги в общественной деятельности региона.